Я не понял, что мы закрывали жену. Не надо, ты думаешь, что ты говоришь. Сейчас не снимаю. Наберите его, а то потом. Он стоит курицей, пляжный. Без провокаций! Что ты знаешь? Ты не знаешь, кто такой Грушевский. Знай, ничего ты не знаешь. Стоп. Сейчас начальник придет, все нормально. Взяли нашего из них. Конечно, нет. Так а что ж тогда отец отпустили, чего его ты высадили? Ну вот так вот. Гастролеры. Куда ты приехал, папа? Да не он приехал, это приехали. Товарищи взяли нашего, а фашистов поставили. Ну, конечно. Правильно работает милиция. Это наш фашист. Он защищал георгиевскую ленточку. И вы его взяли. Поднять можно человека? Понятно? Сейчас придет милиция, будет разбираться. Это наш пацан. Это наш пацан. Поднимите его, почему вы всех подождаете? Ну, поставьте на ноги человека. На ноги, можно поставить человека? Это наш человек! Это наш! 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 Это
Кто старше? Кто своими командами? Нет, зачем, за что забирать? Что ты сделал? Отбивался? Да. Правильно, все, чем забираете? Зачем забираете? Зачем? Мальчики, не отстало пока не... Так, все снимаем, все снимаем! Как забирают антимайдан? Как забирают? Кричать, я вам повторяю еще раз. А что вы командуете? Что я такого делаю? Орать не запрещено. Повели ребенка, смотри. Так, раз. А ну, сюда.